Приветствую всех на канале «Уютный теремок рукоделия». С вами Даша. С сегодняшнего дня официально запускаю новогодний марафон в преддверии нового 2022 года. И начну с символа следующего года. Год тигра будет. Поэтому решила сделать тигренка из фоамирана. Для меня эта техника новая. Будем пробовать. Итак, я нарисовала от руки вот такого тигренка. Долго сидела, думала, какой он будет, с какой мордашкой. Ну, вот все-таки придумала моя голова такого тигренка. Я его обвожу. Обвести нужно дважды каждую деталь. Также нарисовала лапки. Все тоже от руки. Шаблоны обязательно оставлю в своей группе ВКонтакте, а ссылка на группу будет внизу в описании под видео. Обязательно переходите, подписывайтесь на мою группу. Вы можете присылать свои работы, я обязательно буду их публиковать в своей группе ВКонтакте и в Instagram в сторис. Так, обвожу ушки, стараюсь расположить все детали так, чтобы обрезки были по минимуму, чтобы весь фоамиран был использован по назначению. Потому что всегда стараюсь даже самые небольшие обрезки использовать потом. Если вам интересно, пишите в комментариях, обязательно как-нибудь сниму видео о том, куда я использую остатки от фоамирана. Как у вас с настроением новогодним? У меня пока еще никак. Но рукодельницам нужно начинать пораньше, чтобы все успеть сделать, что хочется. Поэтому будем творить. А вообще, сейчас еще прям осеннее настроение, потому что даже на некоторых деревьях до сих пор зеленые листья. И, к сожалению, из-за коронавируса закрылись многие магазины. В том числе магазины с канцелярией, рукодельные. Это очень печально, потому что сегодня хотела купить воздушный пластилин, чтобы сделать снеговику носик. В дальнейшем хочу сделать елочную игрушку снеговичка, но все магазины закрыты, потому что ввели карантин опять. Но нужно будет что-нибудь придумать. А пока мне нужен утюг. Я нагреваю в данный момент ушки, чтобы они стали более выпуклыми и подогнулись к краям. Желательно нагревать примерно одинаковое количество времени, чтобы ушки были одинакового размера. И склеиваю по краям, оставляя небольшое отверстие, чтобы набить немного ушка синтепоном, и оно станет более кругленькое, пышненькое. Прошу прощения за внешний вид моего утюга, но это все лишь потому, что утюг современный, нельзя нагревать без воды. Я по незнанию постоянно работала с ним без воды, потому что не всегда нужен пар. И поверхность испортилась. Если ее очищать, она тут же залипает снова и портит ткань. А вот так она ткань не портит, просто неприглядно выглядит. Поэтому, что имеем? Окрашиваю кончик ушка черным маркером. Это маркер перманентный, поэтому он не смоется. Можно, например, еще лаком для ногтей покрыть, если у вас нет перманентного маркера. Либо хотя бы просто фломастером, но тогда нужно быть аккуратным, потому что все-таки на фоамиране фломастер может легко стереться. Итак, очень-очень ответственная часть. Аккуратно нужно провести по контуру носиком горячего клея, выдавить совсем немного клея, чтобы склеились лишь края заготовки. Точно так же склеиваю практически всю заготовку, оставляя лишь небольшое отверстие для набивания синтепоном.
Также не забываю про то, что вверху заготовки нужно приклеить ушки. На самом деле, очень давно хотела попробовать сделать игрушки из фоамирана. И рукодельницы и мастерицы делают такие невероятные вещи из него. Ну, мне пока такое не дано. Я иду маленькими шажочками к своей цели. И для первой игрушки, я думаю, получилось неплохо. Так, набиваю синтепоном. Для этого лучше взять какую-нибудь шпажку или палочку. Я воспользовалась палочкой апельсиновой для ногтей. Очень удобно, она крепкая, с заостренным кончиком. Также с другой стороны есть скошенный кончик, и это очень удобно. Вот у меня здесь, к сожалению, расклеилась нога. Ну ничего, сейчас мы ее подклеим. Друзья, хочу сказать спасибо за то, что подписываетесь на меня. За то, что доверяете мне свое время. Вчера нас стало 5000. И для меня это очень большая и очень важная цифра. Спасибо вам большое. После того, как мне уже показалось, что хватит синтепона, я заклеиваю края. Все нужно делать максимально аккуратно. Если где-то все-таки немножко вылез клей, его нужно аккуратно подрезать. Итак, получилась заготовка. Уже немного смахивает на тигренка. Займемся лапками. Лапки тоже нужно оплавить немного на утюге. Потом расправить все аккуратно, чтобы было без складочек, и склеиваем. Точно так же склеиваем по краям, оставляя небольшую дырочку, чтобы туда набить синтепон. Вообще, если хотите, вы можете оставить ручку и так, не набивать синтепоном. Либо еще хорошим вариантом будет взять более плотный картон, например, 2 мм, и сделать из него ручки. Тогда они будут тоже более-менее пухлыми. Ну а я легких путей не ищу, поэтому набиваю лапку. Сделать, я вам скажу, это не так уж и просто, потому что деталька на самом деле не особо большая, и к тому же фоамиран — это не ткань, его легко порвать, но я справилась. Итак, делаю лапки. Лапки сделаю беленьким. Но здесь, к сожалению, я не учла то, что я буду лапки оплавлять, и они станут немного меньше. И по итогу почему-то я их все-таки и приклеила, хотя нужно было просто переделать. Ну, как-то я заработалась, задумалась, и когда уже приклеила, тогда поняла, что они как-то немножко маловаты. Но в целом мне особо это не помешало. Пятнышки на шерсти бывают разные. Вот такие у меня будут белые пятнышки. Белым можно также сделать и животик, так приклеить овал фоамирана белого. Но я решила этого не делать, потому что у меня будет объемный большой шарф, и в принципе белого бы было особо и не видно. Приклеиваю лапки. В такой технике можно сделать и котенка, только ушки нужно сделать более острыми. И медвежонка, тогда возьмите коричневый фоамиран. Для полосок решила использовать глиттерный черный фоамиран. Долго лежала у меня такая красота, и все, я не знала, куда применить. Очень красиво смотрится, но как-то слишком мрачно. А тут просто идеально, так по-новогоднему переливается, здорово. И, кстати, здесь я делаю небольшую ошибку, потому что я как-то в запаре перевернула тигренка попой к себе и стала приклеивать ему полоски.
считаю, что это лицевая часть. Но, в принципе, с той стороны тоже получилось все аккуратно и красиво, поэтому ничего переделывать не стала. Если же у вас нет такого фоамирана черного глиттерного, вы можете использовать обычный фоамиран, либо просто нарисовать полоски тем же перманентным маркером или лаком для ногтей. Тоже все будет замечательно. Даже быстрее. Так, беру шаблон мордочки. Отдельно сделаю, выделю мордочку белым цветом. Точно так же нагреваю. Посильнее, чтобы было более выпукло. Стало меньше. Здесь опасная такая работа, потому что все-таки горячий клей не дает такого пространства, такой возможности двигать деталь. И нужно клеить раз и навсегда уже. Если вы переживаете и боитесь, тогда лучше взять, например, клей-момент. Все-таки с ним более безопасно, потому что деталь можно будет немножко подвинуть, сдвинуть, изменить ее положение. Ну, а я приклеиваю уже носик, тоже из того же глиттерного фоамирана, смотрится просто восхитительно. Сначала непишущей ручкой отмечаю ему ротик, чтобы точно не ошибиться. А затем, сначала я капельной гелевой ручкой разметила, а потом взяла и тоненьким маркером разметила, потому что он все-таки более яркий. Мордашку вы можете нарисовать тоже, не приклеивая глазки, не приклеивая носик. Все это тоже можно нарисовать. Можно нарисовать маркерами, фломастерами, либо же красками. Это все в ваших руках. Глазастик, он у меня получился тот еще. Глазки, скажем так, лупатенькие. Но мне это даже нравится. Поэтому стараюсь сделать, конечно, глазки одинакового размера. И приклеиваю. Здесь тоже очень такой опасный момент. Я очень переживала и очень старалась, чтобы все получилось ровно. Но, слава богу, удача была на моей стороне, и все получилось. Конечно, мастер-класс получился длинным, целых 23 минуты. И как я не сокращала, все-таки время так и осталось большим. Но мне хотелось, чтобы, как всегда, мастер-класс был понятным, чтобы он был подробным, поэтому я не стала вырезать слишком много и оставила так. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам больше нравится, чтобы видео были короткими, но при этом менее подробными, либо все оставить так, как есть. Из коричневого фоамирана приклеиваю кругляшки, а затем из того же черного глиттерного фоамирана приклеиваю зрачки. Ну вот, уже живой практически. Осталось сделать блики, чтобы глазки горели. Делаю обычным способом. Просто взяла акриловую белую краску и той же самой апельсиновой палочкой ставлю точечки. Конечно, на глиттерном фоамиране сделать не так просто, потому что он такой рельефный, но все-таки получилось. Чтобы глазки были более четкими, обвожу по контуру фломастером, точнее маркером. Так, мне кажется, глазки более выразительные. Нарисую бровки и реснички. Ну, совсем милый. Делаю полоски. Изначально, кстати, думала делать полоски просто спереди, вырезать такие треугольнички. Но потом поняла, что хочу, чтобы сзади тигренок тоже был тигренком. И так мне показалось более аккуратно, нежели когда просто треугольнички. Они как будто бы выступают и смотрится это немного неряшливо. Поэтому делаю более длинненькие. И приклеиваю. Здесь я еще немножко обвожу глазки. Радужку можно сделать любого цвета. Вы можете сделать, например, зеленоглазого или голубоглазого тигра. Все в ваших руках.
Как быстро влетит время. Ведь год тигра был 12 лет назад. И мне тогда было всего лишь 13. Но что остается неизменным, так это сколько себя помню, я всегда пыталась что-то мастерить, рукодельничать. И моим главным помощником, соратником и главным критиком была и остается моя мама. И только благодаря своей маме я имела возможность делать все эти поделки. Они мне с папой покупали материалы, потому что я знаю, что не всем, далеко не всем детям покупают все это, и они имеют возможность заниматься любимым делом. Я перепробовала абсолютно, наверное, все виды творчества, но, по крайней мере, очень многие. И плетение бисером, и вышивка, и по каждому виду рукоделия у меня были книги. До сих пор лежат и по бисеру, и по вышивке, и по многому другому. Отступление. Делаю шарфик. Шарфик делаю из той же тряпочки, что и колпак у зимнего гнома. Очень мне нравится такая тряпочка из Fix Price, но, к сожалению, фактурные привозят очень редко. Охочусь за ними как могу. Заклеиваю края, чтобы ничего не осыпалось, и шарфик стал более узким. И примеряю, приклеиваю. На мой взгляд, очень подходит ему этот шарф. Такой объемный, пушистый, теплый. Шарфик можно также сделать из абсолютно любой ткани. И, например, из фоамирана. Еще, если вы умеете и любите вязать, самым лучшим способом будет связать тигренку шарфик. Я вязать умею. Когда-то вязала шарф, но не люблю. Мама пыталась научить меня дважды, как вязать носки. Мне почему-то кажется это слишком сложным и слишком нужно быть усидчивым. Хотя бабушка, которая тоже очень много вяжет, смеется с меня и говорит, что как ты можешь такие работы делать, меня бы нервы уже взяли, я бы не смогла это все делать, потому что слишком долго и слишком муторно, и нужно долго сидеть и всем этим заниматься. Вот так. Каждому свое. Вот, такой красивый. Можно оставить уже и так. Здесь решила добавить ему коготки. И хочу еще сделать ему внизу на лапках тоже из глиттерного фоамирана черные такие пятнышки, ножки. И как же Новый год, все-таки решила добавить ему елочку, ягодки, шишечку в лапку, чтобы он держал такой новогодний букетик. Кстати, не обязательно делать его как новогоднюю елочную игрушку. Можно сделать как магнит, если сзади приклеить магнитик. К тому же можно приклеить абсолютно любой, даже не очень крепкий. Сам по себе тигренок получается очень легкий, и магнитик его в любом случае выдержит. Будет такая красивая игрушка, которую, кстати, можно подарить своим родным, близким, а также, например, коллегам, подругам, друзьям. Завязываю джутовую веревочку, но забегая вперед, скажу, что потом ее заменю на более тонкую и более яркую хлопковую нитку белую с красным. Очень уж она по-новогоднему смотрится, а джутовая здесь как-то немножко, мрачновато и крупновато. Вот та самая веревочка, я за нее вспомнила, решила из нее сделать подвеску, о которой, кстати, я забыла, ее нужно было сразу приклеить, когда я еще приклеивала ушки. Но я забыла, и теперь закрепляю ее вот так вот кусочком фоамирана черного по той же полоске, что уже есть, просто приклеиваю.
решила нарисовать ему еще усики, сделала такие, как веснушки, и от них нарисовала усы. Настоящий тигр. Не забудем про хвост. Хвост тоже нарисовала от руки, вырезала из фоамирана и делаю на нем полосочки. А, да, нужно набить синтепоном. По факту делать этого было тоже не обязательно, и намучилась я с ним, но я не ищу легких путей, еще раз повторюсь. Поэтому заканчиваем работу тем, что я приклеиваю черный фоамиран, приклеиваю хвост на законное место, и на этом мой тигр будет готов. Как я им довольна! Он мне безумно нравится! Первая работа, первая игрушка из фоамирана, я думаю, получилась удачно. А как вы считаете? Пишите в комментариях. Есть разные идеи в интернете, и из фоамирана делают также и тигрят. Но я ни у кого не подсматривала, я нарисовала от руки собственного тигренка и сделала так, как мне подсказывает моя душа. Конечно, технология у всех, наверное, одна и та же. Нужно склеить по краям и набить синтепоном, но все-таки я делала сама и делала так, как придумает моя голова. Готов мой сказочный зверь. Невероятно довольна я результатом. Сама от себя такого не ожидала. Ну, по крайней мере, не в первый раз точно. Конечно, были ошибки, и многое нужно было бы сделать, наверное, по-другому, но все-таки мне нравится. А нравится вам? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч! Увидимся в следующих видео!